Здравствуйте, меня зовут Ольга Шмырина, я редактор выпуска новостей. В эту минуту он готовится к эфиру. И вот что сегодня вы увидите. Фазу активных благоустроительных работ сегодня объявили городские коммунальщики. Покажет 2000 тонн песка, которые высыпали на улице города этой зимой, оседают в легких кировчан. Уникальные экспонаты сегодня выставили на обозрение в музее Васнецовых. Хранители презентовали предметы из коллекции, которые прежде не видел никто. Кировчане готовятся митинговать за цирк без животных. Акции пройдут по всей стране. России называют уникальным, а сочетание голосов неповторимым. Этих солистов обожают женщины, а мужчины завидуют их харизме. Вокальный проект «Вива» выступил с концертом в Кирове и заставил петь весь зал. Эти и другие события дня более подробно обсудим сегодня вечером в информационном канале «Город». До встречи!